Так, пацаны, привет всем, доброе утро. Сейчас будем вынимать редуктора все и вести их на ревизию. Коль оно все уже снято, чтобы уже полностью все сделать по самому лучшему. Запустили деда только что. Сейчас Саня там что-то, пробку, масло, сейчас их повыдергаю. Редуктора полуосят. Посымаем, ну, такое. Процедура, короче говоря. Одним словом. Начинаем. У нас тут дожди, он пасмурно все везде. Короче, он, видите, туман. Все хорошо. Надо еще снять сегодня двигатель. Олегу отвезу в Днепр. Время есть. Поменяем вкладыши, кольца. То, что надо порепетировать, чтобы все было хорошо. Так что как-то так. Кручу-верчу называется. Все, сняли крышку. Состояние на первый взгляд нормально. Масло есть. Даже чистое. В редукторе слили. Ну сейчас вскрытие покажет, что и как. Разбираем. Разобрался, как разбирается, ну, как и на липхере. Все одинаковое. Колокол сняли, он положили вот там где-то, потом накроем все. Помоем. Сейчас нужно сделать ключ ступичный, блин, там зубилом, сука, работает всегда. Ну, сейчас сделаем, чтобы уже был и у меня ступичный ключик, блин. Все, сейчас Саня занимается, я пошел точить ключик. Как-то так. Да, Санечка? МАЗ, сильный автомобиль, да? Ну, по состоянию все четко, пока месит. Я там сильно еще не лазил в бортовой сам. Здесь все нормально. Мощное все, конечно, ребята, тут капец. Страшно мощное. Пацаны, это капец. Полчаса уже, блядь, не можем снять редуктор. Уже рем-болты уже обстучали все. Сильно ж неохота гупать, чтобы ничего не отбить. Это секс. Еще тот секс, блядь. Трещинка пошла маленькая, микро, и остановилась. Уже все болты раскрутили. Ну все уже, блин, сделали. Оно все ржавое. Я думаю, что сюда еще и не лазили. Что там такое подозрение за эти 10 лет. Ну, хотя шпильки были на герметике. Вот. Вышла шпилька, блин. Ну, не знаю, это может завод так мажет. Ну, короче, секс. Как ее снять под машиной редуктор, я не знаю. Ну, просто я не знаю. Ну, судя по ушам, по нему еще и не гупали. Вот если я гупаю, оно видно, блин, как оно снимается. Сука, все для людей. Все для людей, блядь. Перевернули его, чтобы бить по ушам того, что не идет, пацаны. Это жопа. Это жопа. Как его под машиной его снять, никогда нельзя. Только снимать мост. Класс. Короче, вырвали он. У него еще не было людей. Вилка целая, все там хорошо, но все равно повезем до мастера, пускай поколдует, с бубном побегает, и будет все хорошо. Сейчас этот, но его, ребята, снять на машине, ну, я не знаю, что нужно сделать. Может, ее легче этот взорвать и снять редуктор, блин. Все для людей. Жопа, просто жопа. Ну, ничего. Все хорошо. С этим разобрались, а, мальчиком, с маленьким. Сейчас вот эту кабаку надо. Да, Саня? Старший брат, говорит. Прикол. Ухо новое, помененное, рессорное. А резьбы, сука, не было в нем. Гляньте, обварили тупо кронштейн. Ну, это МАЗ. Это просто завод МАЗ. Уши у нас есть, а резьбы мы не режем. То есть оно видно, что оно новое, мененное. На этой стороне ухо вытертое, но придется его, наверное, реставрировать. Оно тут еще не сильно
как говорится, печальная. Наверное, пореставрируем и все. Вот видите, резьбы идут. А те уши там, вот этим ушам жопа. Просто жопа. Они тут, блядь, крепко вытерлись. Они, наверное, они все идут с резьбой, но здесь нету энергачей. Энергачи стоят на заднем мосту так. Может, разница есть, я, ну, не знаю. С дырками и без дырок. Ну, это вытерто крепко. Тут оно лопнуло уже, отпало. Наверное, задние будем менять уши. Но еще, ну, тут вообще нету уха, уже протерли. Состояние редуктора. Ну, блин, визуально все гуд. Еще не лазили ни разу у него. То, что вот эти загибы. То есть один раз завод их загинал. Может, я думаю. Ну, мастер сообщит. Отмоем, повезем. Пускай колдует. Сплинт еще завод. Типа краска даже. Ну, типа да. Не было людей. В этот еще не знаю. Сейчас снимем и подумаю. Размер колодки, пацаны. Это не КамАЗ. Гляньте, ширина колодки. Крепкий автомобиль. Вопросов нет. Главное, чтобы если бы его еще чуть-чуть бы собирали правильный, чтобы он и шел этот ремонтно пригодный. Ну, и здесь не били. Я думаю, еще не снималось. Вот видите, целое все. То есть. И походу, что завод садит все на герметик. Вот. Герметик черный. Ну, то есть. Его снять нереально так. Это просто жопа. Да, Санечка? Ты масло сливаем, собираем. Что получается? Погодка у нас вроде сегодня солнышко распогодилось. А я сейчас там ключ доделываю ступичный. Фух, покажу, что получилось, блин. Как-то так. Так. Сняли еще один редуктор. Все хорошо, блин. Не выходил на шпильке. Зацепился. Еле его, сука, вырвали. Подогнули, ну. То мы порепетируем. Ох, тут, ребята, все и мощное. Тут страшно мощно. Вот видите, что мерил. Одно ухо мененное. Дырок даже нет под резьбу. Здесь ухо вот какое не мененное. Но это мы, наверное, полечим. Лекарство есть у нас. Какое-то. Надо посмотреть. Все. Сейчас будем снимать ступицы. Ключ доделываю. Повезем редуктора. Пускай занимается специалист. Так что как-то так. Все. Послаживали. Полосы отдельно все отметили. Занимаемся. Да, Санечка? Здесь овал нормально. То есть мне нравится валик тут. И герметики. Но я думаю, что вы в этот лазер. Что-то мне такое подозрение. Не знаю, ну, думаю, да. Как-то он вышел сильно хорошо. Да, Саня? Сам, считай, выпал. А задний балалайку. Тут сальники подтекают. Вот то. Замажем ноздревым клеем. И все будет хорошо. Фух, блин. Все, братья, занимаемся дальше. Так, пацаны, сделал ключ хитрый, страшно хитрый, с заземлением обязательно, принципово. Того, что если работать под большим напряжением, сейчас расскажу, в чем его плюсы. Это ключ ступичный от гайка. Блин, я ее сейчас... Ну, короче, вот гайка ступицы МАЗа. Именно МАЗа. Вот МАЗ, видите, какие руки, кто работает с МАЗом. Сделал, вытащил кольцо, еле нашел. Уже у меня кончается металлолом. Этот длины
не хватало и нужно заземление, когда откручиваете. Взял он этот генератор какой-то тут был. Медь уже выкусили, нужно заново намотать медяшечки, чтобы у вас током не лупануло. Видите, проводочек, все, все как полагается. Все расточил, проточил этот крестовина ГАЗ-69, не УАЗ. УАЗик она миллиметр шире. Я уже не помню, но они отличаются там чуть-чуть. Чтобы всовывать монтировочку, обязательно монтировка должна быть вот такая, титановая, видите. Раз, вот сюда. Зазоры, чтобы ночью попадать. Можно сюда всовывать. Он там, Саня, что-то стучит. Все. Вот такой ключик у нас получился страшный. То, что, блин, без заземления не работайте, ребята. И резиновые сапоги обязательно одевайте, когда на мазе снимаете ступицу. Если этот, ну, обоссытесь, а все как раз сапоги и побежит, блин, от веса. Страшный автомобиль, первый раз разбираю, блин. Вот это вот, ключей нет, ничего нет. Вот это сегодня занимался полдня, пока нашел все. Сюда поваривал резцы, я вон их обрезал все. Не знаю, сейчас одной рукой суну или нет. Ну, короче, входит оно точно сюда. Я варил с гайкой, с зазорчиками все. Вот видите, раз-раз, люфтик есть. Из-за чего? Могут еще быть гайки разные. Это мы проходили, что, то есть, по диаметру, то есть, с зазором. Осталось еще меди намотать, ломик с собой заземлиться, и можно снимать ступицу на этом чудо автомобиле. Все, я думаю, на сегодня ролики особо снимать уже и нечего. Вот поняли, да, что мы закабакали, какую волшебную вещь. Все, видите, там якорь, сейчас еще замотаем меди. И еще ж он будет эту и нагрузку снимать. Сейчас меди намотаем. И все будет у нас хоккей. Все. Все с металлома. Вот все. И вот из этого. Вот. Все из этого. Вот там, вот там. Уборкой занимаемся постепенно. К зиме готовимся. Все, пацаны. Всем привет. До новых встреч в эфире. МАЗ идет. Как говорится, разборка, но уже наступит и сборка. Отвезу сегодня на гранбуксы вот эти вот. Запрессовал. Все, короче, сделал. Нужно вести. Фрезернул. Все хорошо. Рез выручает. Вот. Уже работает. Сколько лет не мог его забрать. Все. До новых встреч, короче, в эфире, братья. Класс.